Не зная истории прошлого, невозможно построить светлое будущее. Чтобы привлечь внимание подрастающего поколения к истории Отечества, Дума городского округа Самара провела творческий конкурс рисунков. Ребята на конкурсной основе под эгидой конкурса «Недаром помнит вся Россия» про день Бородина написали художественные работы. Их было свыше 400 из 117 образовательных учреждений. В конкурсе также приняла участие Донецкая школа искусств номер 6. Было отобрано 30 победителей в разных номинациях. Все участники получили грамоты и призы. Награждение прошло в стенах городской думы. Здесь же состоялась презентация книги, написанной нашим соотечественником Василием Семеновым. Автор произведения «Разгром Наполеона» поздравил победителей. Работы ребят украсили страницы книги-альбома. Молодежный парламент организовал вот иллюстрированную такую часть этой книги про Бородино. Эта презентация была сегодня, накануне Дня воинской славы. Организаторы конкурса отметили, духовно-нравственное и патриотическое воспитание подростков сегодня необходимо. И вдвойне приятно, когда любовь к родине выражена через творчество. Александра Гусева, Николай Епифанов. События.